Так, ну что, попытка номер два. Дай Бог, чтобы все получилось. К нам пришел друг. Приготовил нам сюрприз. Вот только зашел, я его никогда раньше не видел. Смотри, какой хороший человек. Что-то будет интересно. Но у него такая мачете. Я же побаиваюсь. Главное, чтобы сюрприз на этом закончился. Ты, девочка, красива. Дай мне ножичек тоже, наверное, на всякий пожар. Там лежит он. 2-сантиметровый для лимона. Я Настенька. Просто не могу больше смеха с тобой невозможно. Так. Настя, что за фрукт? Я имею в виду у парня в руках. Кокос называется. А то, что не получилось, покажи, я сделаю декорацию. Да, тут это уже, видите, 2 сюрприза, 3 сюрприза. Это уже. О, красота. Ой, спасибо большое. Спасибо, ты шикурия. Слушай, я же сейчас неправильно сюда еду. Давай. Ну как, Настя? Вкусно? Очень вкусно. Ну, может посолить нам, нет? О, давай поперчим лучше. Точно, нужно поперчить, Настенька. Ты ж любишь все остренькое, я да? Я уже тебе поперчила. А, ты любишь остренькое только советовать, да? Вот нам, а это мне делать, да. Только ты не притрагивайся к маме. Мне без ингредиентов. Я просто попью и все. Хорошо. Теплое? Лед есть. Сейчас я принесу. Так, по-моему, у меня что-то... Не... Для меня сюрприз не получается. Ты скажи ему, получится для меня? О. Стало совершенно немножко. Ты жива? Ну, конечно, ты там листьев наелась и все. Да нет, я от смеха просто не умираю. О, Настенька, держи, по-моему, у меня уже готово. Давай. Спасибо большое. Ну как, Сереженька? Заходит? Вкусненько. Ну, конечно, холодненький бан зашел. Да, только нужно этот. Мне кажется, сюда нужно сахар добавить. Ну, ты сладкоежка. Да, я люблю сладенькое. Особенно сейчас, после твоего блюда этого, где 8 перчиков. Ну, я столько посоветую. Я там целый поднос еще потом съел сладости всякой. На меня люди, знаешь, как смотреть? Меня начали фотографировать и снимать на видео. Я ж прям, ну, как вот шведский стол, куча сладостей, я захожу, и вот так вот себя это все. Люди фотографировали, смотрели. Да, у меня горело все. Сереж, я себя люблю. Боже, люди, вот так вот мы и живем.